сегодня мы с Никитой будем соревноваться с Тома за золотом, да? Я собираю. Не надо. Давай мы с тобой выберем, кем же мы будем сегодня с тобой играть. Кем? Я хочу сегодня поиграть. Я буду Лиана Анджела. Ага, хорошо. А я буду сегодня играть. Ага. А я буду играть офицером Томом. Подожди. Выбрать. Хорошо. Так, смотри, на какой карте мы будем? Я хочу начать на карте Тома. Я хочу с этой карты начать. А я хочу с этой. Хорошо, так подожди, на что мы будем сегодня соревноваться? На очки. На очки. Кто больше наберет очков по времени, да, тот и победил, да? Да. Раз, два, три. Поехали. Если ты ударишься, то можно спастись. Да, да. Так, ускоряться нельзя. Угу. Если ты ударилась, то спасайся. Ударилась очко. Да. Ты опять ударил? Да. Да будь осторожна. Поворот. Еще один поворот. Ой, что-то у меня тяжелый уровень. Пусти. Сколько мне надо? Может, что? Что? Так, мы с Томом решили полетать на самолете. А мне почему самолет? Ну, да ты еще добежишь до самолета. Я была... Я забыла посмотреть, а я иду к ним. Я беру вдвоем. Так нельзя, мы не договорились. А что вы боитесь? Я поймаю лёта, потому что ты звёзды. Мы забежали на новую локацию. Возьмём. Куда ты забежала? А-а-а. Ты! Ой, я упрыгнулся, но ничего. Нас спасли. Ты опять ударилась? Да. Что-то тебе сегодня не везёт. Ты сильно часто... Нила, не смейся, если я тебя догоню, и будешь знать меня. Ну, я не могу. Я тоже ушу не блача. Что же такое? Так, я спасаюсь. Давай. А вы опять ушиблась. Это что же такое? Всегда. У меня только всегда одна звезда. Почему у меня всегда одна? Опять. Я не буду забирать. Один гол. Второй гол. Два. Третьего нету. Что-то едят. Да? Да. Самолет! И мне не надо летать вне судьбы. Кто же у нас победит в этой гонке? За кого же болеют наши зрители? Как ты думаешь? За маму и за меня. Если вы болеете за маму, напишите в комментариях циферку 1. А если вы болеете за Вику, то пишите в комментариях циферку 2. А 4? 4? Да почему 2 у нас было изначально? Нет.
Хорошо, давай тогда не по циферкам. Давай, мама. Говори это. Пускай пишет мама или Вика. Мама. И меня тоже ошиблась. Я. Ты меня по очкам догоняешь, как птичечка. Я пробивала туннель, хотела в туннель побежать, но пробивала. Я хотела в обычный туннель попасть. Да? Да, хочу. Я хочу. Пока. Я хочу быстро автобус уеду. Да. Угу. Да. Ничего страшного, в следующий раз. А я опять пошла. Да что же такое? Шесть голов! Да? Один прозевалок. А еще один туннель обычный прозевалок. Ну ты смотри тогда. Внимательно, чтобы еще раз не прозевать. А я опять пошла. Да что же такое? Нам не везет такое. В этой гонке. Ты обычный туннель нашла? Да, мне какой-то новый туннель. Я даже не знаю, чья это карта. Бена. Бена? Ну, хорошо. А, ну, да, я не монет взяла. Это слишком дорого. Я знаю, что мне. Очко. Мне не надо собирать. Нам на 7 сейчас. У меня нет съема. Почему? Покажи. 10. Ой, я пропала. 11. 12. 12 голов. Да? Да. Хорошо. Ой, мне на какой-то маленькой карте. Спасается. Хотя, да что я тебе сегодня такое не видел? Ты за какой раз ты ударяешься? Девятый. Да? Так, возьми магнитик, я собираю песню голоса. А как так? Вот так. Я иду обычный туннель. Я. Но она бережная Анжела, ты по-моему. Да. И вот она, моя Анжелушка, да, хочет покупаться. Да? Да. Хорошо. Мне Ангел опять. Ты утонула. Да. Мне Ангел. Смотри, репутка. Сейчас бежу. Все, заканчиваем. Все, не спасайся. Ха-ха. Кто же нас победил в этой гонке? Подожди. В этой гонке у нас победила мама. Потому что у Вики 1 007 000 очков. А мамы 1 088 000 очков. И в этой гонке победила мама. Да? Теперь игра. Следующей игре победишь ты. Еще один раз. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И комментируйте видео. Да. Нравится Вика или хорошо. Ставьте лайки. 1000 лайков. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.